Привет, мой дорогой сын Олег, бывший пограничник, психолог известный, да, еще художник, да, еще книжку написал, как дети обучают. Включу. Я управляю собой, называется книжка. Для детей школьного возраста. Понятно, молодец. Методическое пособие, вот. Да. Шерри тоже привет передай. Послушай меня. Сейчас мы сделаем с тобой очень важное такое сообщение. Ну, во-первых, у нас 9 числа 20 часов будет вебинар. Мы с Романом Газенко, своим другом, будем там на вебинаре показывать и говорить о новом, чтобы в результате люди все и кое-что открыли для себя, и поняли, и научились кое-чему, что поможет каждому чувствовать себя лучше, легче в условиях неопределенности и больших нервных напряжений. Это во-первых. Во-вторых, я хочу сказать, что с этого дня мы с тобой начинаем очень мощный глобальный проект, который коснется всех на земном шаре. Потому что я тебе, во-первых, уже говорил, во-вторых, я еще раз скажу, чтобы услышали все и каждый о том, что мы с тобой соединим сейчас. И Шейлу туда подключим, и всю нашу школу «Человек будущего» Homo Futurus, школу человечности, которая направлена на сокращение кризисов и войн на планете и потребностей в лекарствах, и где у нас очень много участников из разных стран мира, создаем науку человечности, и там наш метод саморегуляции «Ключ», который уже и в учебнике по физкультуре. Это очень правильно сделано, потому что это такой ход оригинальный, потому что физкультуру любят и таксисты, и министры, и музыканты, и писатели. Да, потому что мы там покажем, что можно подобрать действия, и как каждый может подобрать лично для себя короткие действия, которые сразу снимают стресс, а главное использовать энергию стрессового напряжения себе на пользу здоровья и развития творческих возможностей и изобретательского мышления. Так вот, этот принцип подбора путем перебора по критерию соответствия индивидуального, которого не хватает во всем развивающемся интернете, потому что есть массовая школа, там есть школа такая: повторяй, пока не научишься, делай, как я, повторяй, мать учения, основанная на инстинкте подражания. И поэтому, как только нам кто-то скажет из этих самых людей, которые чувствуют себя более значимыми, не зная тонкостей в каком-то деле, вдруг начинают командирами становиться и всем приказывать и так далее, манипуляторы. Вот, чтобы человек мог думать своей головой, а не управляться авторитетами, которые того не заслуживают. Да, но те, которые заслуживают, пожалуйста, обучайтесь по принципу повторения мать учения. А чтобы думать своей головой, развивайте у себя творческие качества и изобретательское мышление. Вторым принципом подбора путем перебора по критерию индивидуального соответствия. Мы об этом еще будем говорить, что именно. Потому что у нас используется в мире всегда, испокон века, повторение мать учения во всяком обучении, тренировке, восстановлении. А вот этот второй принцип подбора путем перебора, он используется спонтанно, но он не вербализован и в компактном систематическом виде как-то не передан людям. А это сразу у миллионов людей начнет развивать творческое поисковое мышление, они будут думать своей головой и меньше попадать под манипуляции. И таким образом сократятся кризисы и войны на планете и потребность в лекарствах. Что ты на эту тему скажешь? Я как услышал про глобальный проект, я очки снял аж. Однако, вы же видели, конечно, это очень мощнейшая тема.
если это правильно сформировать и подать принципы эти, да, вектор внимания в образовании, дополнительный или параллельный основному, это же будет обеспечивать прорывы в мышлении для изобретателей, для людей науки, для образования в любом направлении. Конечно. Потому что голова будет свободнее, не будет забита шаблонами. Каждый будет подбирать по линейке, что ему подходит, через это выходить на состояние свободы, быстрее английский язык или стихотворение учить, или прорывные какие-то технологии создавать. Да, это мощно, Хасай Магомедович. Я за глобальные технологии. Вот этого в мире не хватало. И поэтому мир пришел к тому, к чему он сейчас пришел. И К мы все сожалению, попали в точку неопределенности, в точку бифуркации. Итак, давай, Лен, не будем нашего слушателя задерживать. но Готовимся. мы заинтриговали, по-моему, нашего слушателя. Да мы Это еще завтрашнее заинтригуем. светлое будущее, Да. свободное мышление по принципу ключа. Да, я еще хочу тебе сказать, ты, конечно, этого не помнишь, но при мне это уже было, книжка по кибернетике. И вот когда книжка по кибернетике вышла, она такая скромненькая такая была, а потом уже весь мир знал, что такое кибернетика, наука управления. И там главное – система обратной связи. Да, так вот оно в чем дело. Так вот у нас все время было. Повторяй, пока не получится, делай, как я, тренирует настойчивость, тренирует исполнительность, тренирует силу воли. Да. А вот принцип подбора путем перебора. Это уже дополнительное, это уже высший пилотаж, дополнительная шапка к образованию, да, скажем так, И вот дополнительное точно так же, направление. как книжка о кибернетике была сначала не очень заметная. Точно Да. так же то, что мы сейчас говорим, тоже не очень заметное. Потому что, чтобы ее раскрыть, надо еще несколько раз об этом говорить. И Да. подключить сюда журналистов, и педагогов, и социальных работников, и философов, и очень много знаковых людей, которым доверяют. В любом случае, все начинается с первого шага. Правильно. До встречи. Хасай Магомедович, нажмите на нужные кнопочки, чтобы мы выставили это в эфир. Кстати, Всем всего хорошего. вот именно. А это Пока-пока. О, ну шикарная картина, шикарная. картина и участник события, и его Да. свидетель. И Так что свидетель. мы, как говорится, запротоколировали наши намерения. Да. Человечеству свежий воздух, чувство определенности в условиях бифуркации, в условиях неизвестности. Теперь все получат постепенно. До встречи. Улыбайтесь.